Вы будете смеяться, но уже не до смеха. В омских школах начали собирать гуманитарную помощь для беженцев. Родители юных жителей региона просят помочь продуктами, предметами личной гигиены, постельными принадлежностями, а также игрушками. Омская область присоединилась к акции российского движения школьников «Добро не имеет границ», в рамках которой объявлен сбор гуманитарной помощи. То есть родители учеников должны нести в школу продукты, чтобы отправить их, кто в них нуждается, беженцам. А кто-нибудь спросил у родителей, у них у самих-то есть что пожрать? Да и вообще, это насколько надо быть наглыми, чтобы в наглую объявлять о сборе гуманитарной помощи? Вы среди депутатов объявите, сенаторов, у которых миллионные зарплаты, и прочих нахлебников, а не с народу, у которого копеечные, из пенсионеров, которые концы с концами сводят. Кто нам окажет гуманитарную помощь? Власти же заботятся о нас, поднимая нам пенсионный возраст, увеличивая оплату капремонта, ЖКХ, придумывая все новые поборы. Что ж не помочь-то? Мы ж богатые россияне. 30 лет уже получаем доходы от нефти, газа. Давайте скинемся, а то депутаты и так под санкции попали. Им своих детишек за рубежом кормить надо.